Проходя мимо сквера по проспекту Мира, можно увидеть памятник, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. И никто даже не задумывается, как он там появился. Ранее на месте монумента был установлен памятный камень с доской. Этот камень простоял где-то 5 лет. Он свою миссию выполнил. И вот когда стал приближаться 85-й год, на заседании исполкома главный архитектор города Станислав Федорович Пилипенко предложил на рассмотрение два варианта благоустройства этого сквера и, собственно, вот такой композиции. Проект Станислава Пилипенко оценили на высоком уровне. Для того, чтобы воплотить его в жизнь, была собрана команда из работников первого завода и администрации. На первом же собрании приняли решение, что новым монументом нужно не только почтить память тех, кто воевал на фронтах, но и воздать должное труженикам тыла. Вот эту барельефную композицию по контуру вот этой обоймы изготовил тогдашний главный художник города Исмаил Биулович Ишмаков. Там действительно стилизованное изображение боев, стилизованное изображение тружеников тыла. Над памятником работали десятки людей – художники, архитекторы, конструкторы и другие. После открытия монумента всем им вручили благодарственные письма и медали. Сегодня Стела Победы – одно из излюбленных мест горожан. Здесь принимают третьеклашек в пионеры, гуляют с детьми и отдыхают душой. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.